Всем привет, друзья! С вами Кеник и игрушка под названием Frostborn. Короче говоря, вообще шара неимоверная у меня произошла недавно буквально, да? Многие могут заметить изменения. У меня появился волк. Это просто бомба. Короче, я думаю, как обычно будет, да? Знаете, там типа скрестил, там все, там это получил, какой-то фуфел туда-сюда. Но я буквально скрестил... какого-то третьего, по-моему, нет, второго левела, да, буквально скрестил, ну сколько, блин, три. Именно поэтому я не записал этот ролик, потому что думаю, ну будет как обычно, хрен его знает, что тут получится или не получится. И он у меня, короче, прокает вот этот просто офигенный просто волчар. Вы посмотрите на него, вы посмотрите. Правда, что не черный, вот это хреново, конечно, но этот волк, это просто пушка. Я даже его, наверное, оставлю, потому что это как один из первых волчат, который появился у меня. Сегодняшний разговор будет идти о том, что, для чего, зачем, полный гайд. Я просто покажу, расскажу, чтобы вы знали, что волк это имба просто вообще офигенного левела. Но перки, конечно, у меня прокнулись не очень, но тем не менее. Насчет перок. Если посмотрите, у волка есть дофига таких интересных перок, да. Но у меня именно идет акцент на... 7% скалистых и лесных, то есть сопротивление урону. Это если на PvP идти, это прикольная тема. Реально прикольная. Не все так плохо. Второй вариант у меня 7% по монстрам идет. Для Одина, в принципе, я вот как раз таки и собрался на Одина идти. Думаю, пойду сейчас волка себе посмотрю. Вдруг выпадет. Тут, короче, падает. И вот я прямо сейчас это все делаю и записываю. Короче, вот. Идет у меня охотник на монстров 7%. Это еще плюс дэмэдж. Это вообще интересная тема. Он идет как... Неважно. Он идет как на локацию, как на Одина, как на данжи. Это вообще офигенно. Офигенно, если люди играют чисто без PvP. Вот так он выглядит. Вот здесь, конечно, графика такая, знаете, какая-то... Вот я помню, что графика такая была в начале игры, когда только-только Frostborn начинал стартовать. Вот именно такая и была. Вот у волка она теперь такая и есть. Но сегодня мы четко видим его глаза, четко видим все. Мне кажется, в будущем это тоже все поменяет. Волк офигенный сам по себе. Плюс чик. Он идет, ну просто, мне нравится, знаете, еще вот такой гордый какой, посмотрите. Если в коне такого нету, у волка есть такая тема. То есть, смотрите, я сажусь, и он прям голову задирает. Хоба. О, ты посмотри какой. Ля какой крутой. И тут чик, и вот он меняет сразу стойку. Короче, вот. Давайте посмотрим, что он вообще дает. У меня идет еще плюс 5 слотов. Это вообще, вот это офигеть просто. Вот здесь показано, что грузоподъемность, количество дополнительных слотов. Плюс 5. Волк, вот у меня есть еще и конь. Но обратите внимание, его перки... Да, то есть это будет идти... А что это стойка? Чем выше стойкость, то уже все больше... короче, броня. То есть, если вы поедете на локацию, я сейчас продемонстрирую. Кстати, передвигается вообще очень быстро. Если вы хотите передвигаться между локациями, вы должны обязательно сесть на коня. Вот смотрите, как это, как я, ну, волк, медведь, у каждого по-разному. Медведя вообще хочу, не могу. Ну, либо волка черного хочу, вот реально черного. И смотрите, у меня до дома добежать. Напишите, пожалуйста, в свои комментарии, сколько у вас просто добежать. У меня 4 секунды. Это просто вот. И тут. Понимаете? Это вообще бомба. Еще офигеть, какую просто плюшку я заметил. Сейчас очень много игроков играют на... Ну вот, можно между дверями ходить. Очень много игроков сейчас играют в PvP, их вообще просто туча, я бы так сказал. И есть такие люди, которые тимятся. Они мне вам рассказывают, что такое тиминг. Тиминг — это два человека, вас просто зажимают, и вы просто отдаете свой огненный лук, шлем неверных и так далее. Так, это давайте все я просто сложу. Я хочу вам продемонстрировать, для чего вообще офигеть какой волк, для чего и как можно избегать этих тимерств именно за счет своего питомца. В моем случае это, конечно же, волк. Волк — это просто имба. Если помните, чтобы выйти с локации, у вас идет 5 секунд. А у меня за счет моего волка, я сейчас вам покажу. Давайте на самую жаркую просто локацию пойдем, вот сюда. Еще, кстати, вот когда вы видите на глобале своего, ну, точнее, противника, если в частности это я, да, допустим, ну давайте в одиночку.
то люди многие думают, что это охотник, третий охотник, потому что бегает очень быстро. Я уже очень много вот голым просто бегал, чисто потестить. Смотрите, какое передвижение. Это вообще, это просто офигеть какое. О, чел тут рубит клен. Вот, видите, я попался на мину. И он уже, но восстанавливается. ХПшечка восстанавливается. Так, смотрите, дальше у меня что есть. Я стою в кустах, но он, видите, показывает, что я как бы на глобале. Ну, то есть, если определить, смотрите, вот, если я убегу. О, это кто-то какой-то крутой такой. Хотел бы я тебя убить, прийти, ну ладно. Чтобы выйти с локации, ты кто? Я никто. Чтобы выйти с локации, у вас идет 4 секунды. 4, ребят, заметьте. Я буду бегать вот так, 4, 4, 4. Это 4 секунды, чтобы выйти. Это вообще офигеть, какой крутой способ против тиммеров. Отвечаю, вот просто супер. И еще, смотрите, если вы заходите, ну, допустим, фармить сундуки. Смотрите, я захожу. У меня висит щит. Я через щит, короче, тусую. Ага, нашел себе ящик. Он мне понравился. Чик-чик-чик, волка зарезал. И лутаю себе спокойно ящик. Согласитесь? Вот. Ты тупой или что? Что ты делаешь? Бот, блин. Короче, такой способ идет для людей, которые фармят. Ну, это вообще просто топ. Это вообще реально топ. Это топ, который можно просто пользоваться. Призыв. Вот единственное, что мне призыв долгий. Ну, то есть, если там вас ударили или еще что-нибудь, он очень долго призывает своего братана. Вот, это мой новый друг. А, вот, смотрите, вот это одни из тех людей, которые я говорил сейчас. Жесть. Ладно, не суть, запомните этих людей, что это... Да, фейк, пускай будет фейк. Короче, 4 секунды, чтобы выйти. Это вообще топ. Единственное, что, если мы пойдем на Одина... Смотрите, я бегу к бате Одину. Забрать, либо просто пройти. Когда я захожу сюда, у меня он просто пропадает. Я не знаю, почему я... Вот он просто, здесь нельзя его нажать. Ну, если я, допустим, выхожу отсюда, почему я могу прибежать туда, но не могу оттуда убежать так быстро, как я прибежал? Вот это вот тоже, ну, вот, то есть я как бы нарисован на коне, да, но я иду все равно пешком, потому что такое время... У меня должен быть, я уже дома, ну, как бы, быстрее, должно быть два раза. Вот это такой один из нюансиков есть. И еще, если вы заходите без своего коня, он сразу, нажимаете, он, у вас щит пропадает, когда идет. Это тоже, ну, как бы, учтите, это самое главное. Еще моментик, если вы, допустим, всей семьей выбили себе волков, то это говорит о том, что это не говорит о том, что вы типа непобедимые, и вы там будете просто. Да, есть какие-то там плюсики к вам. Но если вы увидите тиму какую-нибудь, в частности, на PvP какой-нибудь, то вы сначала слазьте с коня, у вас идет сразу КД. 5 секунд. 5 секунд на все. 5 секунд на развей, 5 секунд на то и на ваши эти дополнительные плюшки по урону. Вот это идет не очень прикольная тема. Вот, и еще. Я... Удар по монстрам, это вообще топ, это для людей, которые играют в PvE. Я тоже люблю PvE, я хожу на Одина, по КД, в частности, вот сегодня, сейчас, вот прям перед началом ролика я хотел это все сделать, вот, но батя Волк решил мне сделать просто подгон вообще нереальный. Вот, короче, охотник на монстров, вроде ничего не забыл, переименовать, кстати, волка нельзя. Нельзя, не знаю почему, хотя нарисовано, ну, типа, написано волк, и такая штука, типа, где можно именно менять имя, но сколько нажимал, ни разу не получалось. Давайте посмотрим, какие перки вообще топ для волка, в частности, фиол. Его можно, этого волка, чтобы не потерять, его можно апгрейживать постоянно, но я не хочу это делать, все-таки один волк на миллион, блин, это вообще просто... Такая тема, которая, типа, знаете, ваша первая любовь, вот такое. Так, ладно, поехали, посмотрим, что там, какие перки есть. Перки, в принципе, они не из плохих, но и не из хороших. То, что дали, то дали, как говорится. Так, волк. Если посмотреть, то заклинание вот заряжается на 50% быстрее, но это где-то, в частности, минус 1 секунда, но это немного. Вот это вот прикольная тема, защитник.
На самом деле, да. То есть сопротивление урона на 5 секунд после спешивания. То есть, когда я слажу с коня, он мне дает на 5 секунд просто щит. Вот это топ. Ну, то есть, щит у вас, смотрите, вот защитник, да, вот здесь это самое офигенное просто для танка. Вот реально бомба. Потому что у вас, вы можете вот сейчас ехать на волке, влететь в Тиму, получить 30% щита. Это бомба. Ну, реально, не знаю, для меня это так. Помощник, не знаю, увеличивает это эффективное заклинание, не знаю, самолечение, это все-таки бинты, наверное. А может и нет. Что-то звук у меня пропал. Кстати, да, вот насчет этого, насчет коня, у меня вот звуки пропадают. Ну да, вот он просто пропал. Ну, ладно. Смотрим дальше. Что у нас тут еще такого? Одно из топовых. Толстая шкура. Ну, увеличение стойкости. Это вашего питомца. Ну, то есть, вот у меня, я смотрел, если я сяду на коня, тут, правда, не показано, сколько хп, но он 50, по-моему. Или 40, или 50 урона. Потому что я пробегался именно по мобам. Здесь вот, правда, не написано, сколько есть. Я пробегался по мобам и видел, что именно на 40 урона каждый бьет по 10. Ну, типа, 40, по-моему. Вот не помню. Ну, хотя здесь написано 30. Нет, нифига, 40. 40, это охотник бьет, ну, моб, он по 10. По мне бил. И он 4 раза. Ну, я проверял. Ладно, поехали дальше. Что здесь? На 7%, конечно, можно было бы взять всяких прикольных плюшек. Ну, вот, допустим, Страж Богов. В святилищах, ну, мне он не нужен, по сути, но удобно, который идет просто на монстров, на все. Но вот охотник на людей тоже топовская тема. 7% это на соло, неважно, либо вы в семейке, или если вы дамагер. Приспособление заряжается на 7% больше. Такое себе, скорость передвижения по карте мира. Здесь еще послушный. Время призыва 3 секунды. Вот это прикольная тема. Но она за 3 секунды, ну как бы зачем? Обычный призыв. Ну вот здесь просто он идет, ну сколько, раз, два, три, может 5 секунд призыв идет, не знаю. Вот, но волчара просто топ. Нету никаких таких эмоций, типа там порычать, там, знаете, если я слезу с коня, ну типа вот тут есть уже эмоции, да? Но на коне, если вы бежите, Стас, привет, привет. Но на коне, когда вы бежите, то нету таких плюшек, только идет на, если вы на людей. Ну, ой, блин, если вы без этого, без коня. Вот, короче, такая тема идет. Неплохой волчара, просто бомба. Если кому-то что-то непонятно, пишите вообще свои комментарии, потому что мне реально это очень интересно. Если у кого волк уже просто... О, я думал, что за фигня, можно нырнуть, что ли? Есть у кого ли волк, либо еще что-нибудь, это реально топ. Ну а с вами был Кенни, как всегда. Пока-пока, до новых видосов. Чао, какао.